Всем доброго дня, друзья! Сегодня у нас планируется несколько операций. Будем оперировать женщин, которые страдают хроническими рецидивирующими циститами. Они ранее обращались, мы делали амбулаторное обследование, называется цистоскопия. При этом мы выявили лейкоплаки мочевого пузыря. Что такое лейкоплакия мочевого пузыря? Это метаплазия, то есть перерождение уротелия в многослойной плоской эпителии. Симптомы могут отсутствовать, иногда патология клинически проявляется учащенным мочеиспусканием, с болями, дизурией, дискомфортом мочеиспускания, ургентными позывами к мочеиспусканию и синдромом хронической тазовой боли. Вот как я ранее говорил, диагностика подразумевает цистоскопию с биопсией. Окончательная верификация выполняется с помощью морфологического исследования. Лечение может быть у данных пациентов консервативными, это применение антибиотиков, средства улучшающего кровообращения, витамины, инстилляции, и оперативными, это направленные на ликвидацию патологических очагов. У данных пациентов было несколько курсов консервативной терапии без эффекта, поэтому сегодня будем оперировать. Операция заключается в эндоскопической трансуретральной резекции мочевого пузыря. После операции пациенты должны прийти в себя. У них обычно реабилитационный период занимает 1,5-2 месяца. После этого вот этой хронической тазовой боли у них должно пройти. И они должны вернуться к нормальной жизни.